Всем-всем привет, дорогие мои друзья! В Армении все сигналят. Друзья мои, я сейчас нахожусь... Скажите мне, где? Потому что я знала только что, но уже забыла. Да, бывает и такое. После работы у меня есть сегодня еще дела по поводу моей учебы. Я зашла купить краску Шварцкопф, приобрела то, что мне нужно. В пакете, конечно, нет, но там вот краска внутри есть. И Катя решила, что она должна прогуляться этим парком. Вот честно, вот что-что, вот район, я это знаю, но это центр, но забыла, как называется точно. Вы, думаю, в комментариях мне поможете описать. Решила пройтись и снять для вас видео. Мои хорошие. Пятница, вечер, уже не жарко. На улице очень комфортно и прям хочется гулять. Комфортно. Супер. Та-дам, та-дам. Так что я купила краску, покрашусь и буду супер. Потому что корни отрастают у меня. Ступеньки. В общем, друзья, закончился у меня квартал. Кто не помнит работу в интернет-магазине, у нас продажи. Понятно, что ставят на каждого из менеджеров, кто у нас продает, свой план. И я его не выполнила, потому что, во-первых, я была в отпуске, две недели выпало из рабочих недель, выпало из моей жизни, поэтому не дотянулась, хотя раньше было, ну и вообще, знаете, продажи как-то упали, но сейчас начинается подниматься опять, потому что в Москве много людей переводят на удаленку опять снова. Ой, не могу понять. Там фонтан есть. Где озеро? Туда или назад? Ну, пойдем сюда. Здесь гуляют с собачками. Много людей я их замечала. Вы помните мою странную особенность? Я очень люблю собак и очень их боюсь. Хорошо подышать воздухом. Все, мои хорошие, уже я увидела водой. Мы идем в правильном направлении. В конце этого парка прям мы дойдем до Россия Молл, называют, да? Такой как бы торговый центр. И там есть Россия Молл через дорогу, а на краю парка этот детская как бы не площадка, ну там игровая зона. Вот после работы у меня, как всегда, перепрыгивают слова. Вон сидит красивая девочка и танцует себе, как хорошо. Я даже не знаю, куда нам лучше пойти. Ла 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 ла. Красивый вид, да? Вот так жизнь надо. Живите в кайф, ребята. У меня немного времени, потому что должна успеть нам, своему преподавателю. У меня сегодня небольшое занятие, но все же. Живая музыка. Ну, это
какой хороший. Ой, сладкий какой. Опять, кажется, тоже живая музыка. О, смотри, какие. Я так и не помню, знаете, но здесь очень давно была. Очень. Наверное, и в этом месте я прогуливалась, ну, от силы. Ух ты! Как летит ворон. Вообще низко-низко полетел. Думаю, что раза два. Наверное, третий за всю мою жизнь в Ереване. А вон и Россия Молл. Все, и вагана, и бану, да? Я. Эй, Сурешечка. Парим, знакомые друг друга встретили. Вот, как я вам говорила, мы дошли до развлекательного места для деток. Друзья мои, я буду, наверное, заканчивать, потому что буду спешить очень-очень и буду идти быстро-быстро. Думаю, этот ролик выйдет завтра, в субботу. В первую часть я покажу сюрприз, который у меня есть на работе. И расскажу вам о мальчике очень талантливом. Обязательно подпишитесь на него, поддержите. Конечно, не все сидят в ТикТоке, но Ника вообще супер. Он крутой, ну, не знаю, харизматичный, талантливый. И мне поднимает настроение, когда смотрю его видео. Всем хороших выходных, мира, добра, любви, здоровья, всего самого-самого светлого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова